Студенты-механики лесопромышленного факультета тестируют кабину китайского перегружателя сани. С помощью захвата машина перемещает стволы деревьев практически любого диаметра. Машины работать вообще идеально. В Китае как бы за этим следят, за удобством, сел и работаешь в комфорте. Компания «Тимбермаш Байкал» – официальный поставщик техники для предприятий лесного комплекса. Традиционно участвует в выставке «Экспо-Древ» в Красноярске. В ряду представлены лесной экскаватор «Санни» с мульчером для обслуживания лесного фонда, харвестерная головка, фронтальный погрузчик с бревнозахватом, перегружатель «Санни» с захватом, вилочный погрузчик, тягач и шоссейный самосвал. Мы представляем высокопроизводительное и надежное оборудование марки «Санни». Оно зарекомендовало себя только с положительной стороны. На текущий момент мы обеспечиваем клиентов полностью с точки зрения послепродажного обслуживания. Это за счет широкого склада запасных частей. Каждый раз у нас есть какая-то новинка, которую мы готовы презентовать нашим клиентам. С июля 2023 года компания «Тимбермаш Байкал» стала официальным дилером компании «Санни» по направлению магистральных тягачей. Техника азиатских брендов пользуется большим спросом у предприятий лесного комплекса, так как способна закрывать большой спектр задач на делянке, работая в суровых сибирских условиях. «Тимбермаш Байкал» на рынке с 2003 года. В этом году компании исполнилось 20 лет. Вопрос опыта дилера – один из ключевых. Новые постоянные клиенты ценят сотрудничество с «Тимбермаш Байкал» за высокие гарантии и говорят, партнерство с компанией такое же надежное, как и техника, которую они предлагают.